Возраст не важен, главное желание. Попасть в школу, где людей учат ухаживать за тяжелобольными родственниками, и может это сделать любой. А также пройти курсы совершенно бесплатно. Попасть на занятия, которые начали проводить в регионе недавно, просто достаточно позвонить по телефону горячей линии Министерства соцзащиты, опеки и попечительства и записаться. А появились такие школы, потому что многие жители области не хотят, чтобы их родственники с тяжелыми заболеваниями долго оставались в больницах или у них нет денег для найма соцработников. Поэтому люди готовы самостоятельно ухаживать за больным человеком и организовать досуг. Как известно, дома и стены помогают, поэтому на тренингах ученикам объясняют не только, как правильно следить за здоровьем близкого, но и как поддержать его во время депрессии. На занятия приходят даже работники социальных служб. На их попечении около 13 тысяч инвалидов. Инвалидов и пожилых людей по всему региону. Братский, Бодайбо, Ангарский, Иркутский, Усть-Илимский. На базе наших комплексных центров социального обслуживания мы эту работу начали проводить. На сегодняшний день порядка 100 человек, это из числа родственников, которые осуществляют уходовые мероприятия, мы обучили. Финансирование этой деятельности осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках государственного задания.